Так, здесь находится исследователь, скрытый сталкер. А что исследуете? Что исследуешь? Помойку, чё? Отдай. You just got print, bro. Держи свою хавку. О, это тут игам. А что из твоего любимого вот из здешней еды? Вот тебе мясо нравится или вот черная булочка или белая? Что вкуснее? Если что, мне нравится что-то так-то арбузы и дыни. Что-то их нету как-то неприятно. Бухаю со своим пацаном. Пошли бухать с нами. А, ты со своим пацаном пойдешь бухать? Ну он вот здесь находится, да. В смысле, он охранник территории или что? Ну. Он не охранник территории. Он просто на территории находится. На какой территории? Вражеской? Вражеской. Ох, Игорь Англосаксы, главные враги России. Ну, что, блин, пиздец, не дали мне. Я знаю, только надо забрать его, видимо. Забирай, блядь. Что, стул? Нахуй ты не стул сломал? Все ради искусства. Товарищи, мы должны немедленно прекратить этот произвол. Под нами падает земля. Любое место, на котором мы сидим, всегда рушится. Все подмостки. Всем... Бля! Даже сейчас! Что за неуважение к стулу? Шараут Эклипс. Если есть вопросы, почему говна ебаного под ником скрываемся не выходит ни в какие песни, причина вот в этом. Песни не выйдут никогда, походу, потому так что я забухал, вообще, потому что сезон начался, все, типа, следующий трек вскрываемся, ждите осенью. О! Отличный огурчик. Она досталась нам бесплатно абсолютно. Ваня, что вы об этом думаете? Пизда. Мы добыли лут. Хорошо находить на халяву водку. Полную бутылку. Парни покупали всякие разные еды для кошек, для собак. О, блин. Да реально стоит вложиться, ну просто реально доплатить буквально, ну 15 рублей, и ты реально получаешь ее на прибыль. Вкусно! Вот есть вискас всякий там, ну это всякий там тупой кошек, ну вкусно! Вот, ну реально вкусно, я не знаю, что делать. А в это время простой обыватель кушает сухарики за 19 да рублей. Да он не понимает, что это вкусно. Охуенные сухарики, между прочим, если бы они были не такими вкусными, нахуй бы тогда облизывал пачку. Если бы это было настолько вкусно, как они говорят, они бы обрезали пачку, а я блин. А что они мусорят? Жри, блядь. Оказалось вкусно. А там нечего жрать, ты пустую пачку. А хули ты выбросил? Бросай в мусорку. А мне похуй. Это трезвые коты. Это не вискас. Это не роял коней. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Там наш поезд уходит. Мы опаздываем на поезд. У нас поезд уходит в Японию, понимаете? Если мы сейчас опоздаем, мы не успеем. Нам срочно надо на поезд садиться. Быстрее, пойдем все, на поезд. Все, все, погнали, погнали, погнали. Вон пацаны уже уходят, блядь. Погнали. Поезд в Японию! 315 минут отбывает. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 1. Верхнего Уфале в Хоккайдо. Отправляется от второй платформы. Просим пассажиров занять свои места. Пассажиры, пожалуйста, заходите на рейс, на борт. Счастливого пути. Сальчон-тэндо-тон-тэна! Хатин-ку!
это лишь немногие, многие. На родину я еду к корешам. Так, вот наши спальные места. Вот первое спальное место. Целых 5 ступенек, заложенных газетами. Я еще сюда лягу для проверки. Посмотрите на меня, я же, блядь, ебаная помойка. Я просто в говно. Ты знаешь, что такое дратути?